Еще раз мир вам. Noch einmal Friede sei mit euch. Знаю, что Бог с нами. Ich weiß, dass Gott mit uns ist. Знаю, что Бог не изменился. Und ich weiß, dass Gott sich nicht verändert. Я знаю, что Бог любит благословлять. Und ich weiß, dass Gott es mag zu segnen. Знаете, я хочу закончить ту тему, которую мы продолжаем уже две недели. Ich möchte das Thema beenden, die Predigtreihe beenden, die wir schon seit zwei Wochen И haben. И тему этой проповеди я взял из 12 главы Бытия, из 2 стиха. Und im 1. Mose Kapitel 12. Где Бог, когда разговаривал с Авраамом, als Gott mit Abraham sprach, и обещал от него произвести великий народ, und er versprochen hat, ein großes Volk von Бог ihm, сказал Аврааму, я благословлю тебя. Zu senden hat er gesprochen, Abraham, ich segne dich. И ты будешь благословением для других людей. Und du wirst ein Segen für andere sein. Мы знаем, что Авраам был одним из богатейших людей своего времени. Wir wissen, dass Abraham zu seiner Zeit ein einflussreicher Mann war. Было время, когда невозможно было посчитать стада, столько много у него было овец и крупного и мелкого скота. Er hatte so viel Vieh, dass man es gar nicht zählen konnte. Я хочу, чтобы мы видели здесь один из принципов Божьих. Aber ich möchte, dass wir hier in diesem Vers ein Prinzip Gottes sehen. Который заключается в следующем, когда Бог благословляет. Wenn Gott segnet. Он хочет сделать нас источником благословения для других. Dann möchte er, dass wir eine Quelle des Segens für andere sind. Верю, что когда мы приходим к Богу, нам следует учиться у Бога. Ich glaube daran, dass wir, wenn wir zu Gott kommen, wir von ihm lernen. Одно из самых тяжелых изменений, которое происходит в человеке, это изменение мышления человека. Eine der größten und schwierigsten Veränderungen ist die Veränderung des Verstandes Menschen. Потому что Божья благодать, она освобождает нас от зависимости, от грехов. Бог дает свободу этим вещам в нашей жизни. Gottes Gnade gibt uns die Freiheit. Но одно из вещей, которое происходит тяжело в жизни верующих людей, это изменение мышления. Aber die Veränderung des Verstands oder der Denkweise ist eine sehr große und eine schwierige Veränderung. Мы привыкли думать определенным образом, и мы смотрим на себя и на мир так же, как мы делали это до покаяния. Und wir sind daran gewöhnt, in einer bestimmten Art und Weise zu denken, und es fällt uns schwer, nach der Bekehrung anders zu denken. На прошлом собрании мы говорили о том, что мы с вами уже благословенны. Und im letzten Gottesdienst haben wir darüber gesprochen, dass wir bereits gesegnet sind. Как мы смотрим сами на себя? Und wie schauen wir uns selber an? Видим ли мы себя лузерами, неудачниками? Denken wir von uns selber, dass wir Loser sind, dass Или wir Verlierer видим, sind? Понимаем, что мы благословенны Господом? Oder schauen wir uns an und denken, wir sind von Gott gesegnet? Знаете, очень важно, как мы смотрим на себя, как мы воспринимаем себя, кто ты? Und es ist sehr wichtig, wie du dich selbst siehst. Мы благословенны от Господа. Wir sind von Gott gesegnet. Почему мы благословенны? Und warum sind wir gesegnet? Потому что Бог полюбил нас. Weil Gott uns geliebt hat. Благословил, geliebt. Потому что полюбил. Weil Er hat uns gesegnet, weil er uns liebt. Полюбил, принял нас в свою семью и вместе с тем усыновлением он благословил нас. Er liebt uns und er hat uns in seine Familie aufgenommen. И написано, что Бог благословил нас всяким духовным благословением. Und es steht geschrieben, dass Gott uns mit jeglichem geistlichen Segen gesegnet hat. У нас нету нужды ни в чем. Wir haben keine Not in Потому etwas. Что мы дети его. Weil wir seine Kinder sind. Мы дети его. Wir sind seine Kinder. Знаете, старший сын у отца, у которого сын был младший блудный. Я не знаю, как сказать, этот старший сын в этой притче. In diesem Gleichnis, wo es um den verlorenen Sohn geht, da war der älteste Он заявил отцу и сказал, отец, ты ради меня никогда никакого пира не закатывал, никакого, даже маленького животного не ради меня не пожертвовал, не убил. Da hat der älteste Sohn zu dem Vater gesagt, du hast für mich nicht mal annähernd sowas getan, а вот твой сын, который прогулялся, вернулся, ради него такой пир закатал. Aber für den Sohn, der alles, der das Geld verschwendet hat, der einfach gegangen ist, für den tust du sowas. И отец ему сказал, сын мой. Und der Vater hat gesagt, mein Sohn. Ты всегда со мной. Du warst immer bei mir. Все мое твое. Alles, was ich hab gehört dir. Ты никогда не взял и не распорядился этим. Du hast es einfach nie genommen. Все мое ты мог пользоваться. Du konntest alles gebrauchen. Знаете, иногда верующие живут вот с таким пониманием нищенского такого менталитета. Und manchmal leben einige Christen in der Mentalität der Armut. Я неудачник, у меня не получится, я не ich смогу. Ich bin ein Verlierer, ich schaffe es nicht. У меня всегда не получалось. Ich hatte nie Erfolg. Я не состоюсь. Ich werde es nicht bringen. Мои дети уйдут в мир. Meine Kinder werden Знаете, in die Welt hinausgehen, всеми wenn nicht bei Gott bleiben. Тендируем к тому, чтобы спуститься в такое состояние лузера, неудачника.
Und wir tendieren immer in diesen Zustand des Verlierers. И любая трудность, любое препятствие только подтверждают нас. Я ж так и говорил. Und jegliche Schwierigkeit oder jegliches Hindernis, das bestätigt nur unsere Einstellung. А Божье слово говорит о том, что мы уже благословены с тобой. Aber Gottes Wort sagt, dass wir bereits gesegnet sind. Kannst du mir И даже если мы через трудности проходим, мы все равно благословены. Und auch wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, sind wir trotzdem gesegnet. Есть моменты, когда праведник падает, и даже если он упал, Бог называет его упавшим. Es gibt Momente, wo der Gerechte fällt, aber dennoch ist er, bleibt er gerecht, auch wenn er fällt. Которого Бог будет вести и благословлять и не оставит его и вытащит его. Gott wird ihn segnen und ihn aus dieser Schlucht hinausziehen. По одной причине. Aus einem Grund. Потому что это Сын Божий упал. Weil es Gottes Sohn ist, der gefallen ist. И он ради него оставит 99, а за ним пойдет и вытащит его. Und er wird 99 Schafe da lassen und wird dieses eine Schäflein holen. Потому что Бог полюбил его. Weil Gott ihn liebt. И поэтому благословил тебя и меня. Und deswegen hat er dich und mich gesegnet. И мы с тобой уже благословены. Wir sind bereits ein И это вот понимание нам нужно носить внутри себя. Und dieses Verständnis müssen wir in uns tragen. И даже если мы проходим через трудности, я все равно знаю, что будет победа в конце. Und auch wenn wir durch Schwierigkeiten durchgehen, weiß ich trotzdem, dass ich ein Я по Писанию знаю. Siegen werde. Что мне, любящему Богу, все содействует ко благу. Und durch die Schrift weiß ich, dass, dass weil Gott mich liebt, alles zum Guten gewendet wird. Ты со мной? Kannst du mir folgen? Услышь это сердцем. Hör's mit deinem Трудности Herzen. Содействуют ко благу. Die Schwierigkeiten wenden sich И мы не guten. Будем в поражении. Und wir werden keine Verlierer sein. Потому что мы благословлены Господом. Weil wir gesegnet sind. И вопрос не в нас, что мы специалисты и умницы и лучше других. Und es geht nicht darum, dass wir besondere Fähigkeiten haben oder schlauer als die anderen sind. 22-й псалом. Там написано, Он наставит нас на пути свои, не потому что мы хорошие, а ради имени своего. Es steht geschrieben, er stellt uns auf seinen Weg, nicht weil wir so toll sind, sondern ihn seine Macht zu zeigen. Я буду заботиться о моих детях не только потому, что мои дети хорошие, но потому что они мои дети. Ich werde mich nicht um meine Kinder kümmern, nur weil sie gut sind, sondern weil sie meine Kinder sind. И все, через что я прохожу, оно закончится хорошо. Und alles, was ich durchlebe, wird mit einem Erfolg enden. Если я буду делать ошибки, мой Бог направит меня и выведет меня во имя Иисуса. Dann wird mich mein Gott leiten und aus dieser Wüste hinausbringen. Мы как верующие должны жить в этом убеждении. Und wir als Christen müssen in diesem Verständnis leben. Это не самовнушение, не самотренинг, это Божья истина о нас с тобой. Das ist kein Autotraining, das ist einfach eine göttliche Wahrheit und sie ist mit dir. Он обещал помочь мне в семье, помочь мне с детьми, помочь мне с женой, помочь мне в работе. Он заботится о нас. Mir mit meiner Frau zu helfen, mir mit meinen Kindern zu helfen. Er kümmert sich um uns. Ты когда-нибудь читал в Библии, что Бог заботится о тебе? Hast du schon mal in der Bibel gelesen, dass Gott sich um dich kümmert? Я читал, кто-нибудь еще читал? Ich hab's gelesen, hat's noch jemand gelesen? Написано: заботы свои отдайте ему, потому что он печется о нас. Es steht geschrieben, deine Sorgen werfe auf ihn ab, weil er sich um dich kümmert. Неужели Бог бросит нас с тобой? Glaubst du denn, dass Gott dich im Stich lässt? Неужели, если он начал что-то, он бросит? Wird er einfach aufhören, dir zu helfen? Менталитет: я не неудачник. Ich bin kein Verlierer. Знаешь, дьявол хочет, чтобы у нас было искаженное понимание себя. Der Teufel möchte, dass wir eine verzerrte Vorstellung von uns selbst haben. Бог нас в Библии рисует правильную картину о нас. Und in der Bibel stellt Gott uns im richtigen Bild dar. Когда мы смотрим в Библию, мы видим истинную картину о нас. Wenn wir in der Bibel schauen, wer wir eigentlich sind, dann sehen wir das wahre Bild von uns. Иногда наши чувства и то, как мы смотрим на себя, это королевство кривых зеркал. Если вы понимаете, о чем Manchmal я говорю. Manchmal sind unsere Gefühle und Emotionen, die wir haben, wenn wir uns selber anschauen, wenn wir uns betrachten, wenn wir uns bewerten. У нас в детстве был такой аттракцион, ты платил деньги, заходил в комнату кривых зеркал. Помните? Wie in einem Raum mit verzerrten Spiegeln. Ты заходил в такое выгнутое зеркало, приходишь и такой. In meiner Kindheit mussten wir Geld bezahlen, um in so einen Raum zu kommen. Und da hat man sich vor den Spiegel gestellt und war auf einmal so groß oder man war total schmal. Und du denkst, das ist doch ein Spiegel, also bin ich wirklich so. Это искаженный вид das тебя. Ist aber ein verzerrtes Bild. Это ты, но это измененный du, вид тебя. Aber du bist verzerrt. И знаешь, дьявол заинтересован, чтобы ты не смотрел на себя таким, какой ты есть. Und der Teufel möchte auf keinen Fall, dass du dich so siehst, wie du wirklich bist. Чтобы ты думал, что у тебя нету силы. Dass du denkst, dass du keine Kraft hast.
Знаешь, что Бог дал нам власть, как верующим, наступать на змеев, на скорпионов, на силу вражью. Und als, als Christen hat uns Gott die Macht gegeben, мы можем молиться, чтобы погода менялась во имя Иисуса. Wir können beten, dass das Wetter sich ändert, чтобы обстоятельства менялись. Dass die Umstände sich ändern. Бог мне с тобой дал. Gott hat es mir und dir gegeben. А мои чувства искажают мою картину о und себе. Meine Gefühle und Emotionen verzerren das Bild. Ach, ich bin то я уже 38 раз молился, ничего не получилось. Ich habe schon 38 Mal gebetet und es klappt trotzdem nicht. Библия — это реальная картина обо мне. Die Bibel zeigt ein, dein Ebenbild. Со мной? Kannst И нам нужно folgen? Смотреть на себя таким, как Бог нас рисует. Und wir müssen uns so betrachten, wie Gott uns sieht. Я когда проповедовал на тему, я назвал ее Маугли. Dieses Thema heißt Mowgli. Помните все историю про Маугли? Kennt ihr die Geschichte von Mowgli? Человеческого детеныша. Ein menschliches Kind. Я не помню kind. Предысторию. Воспитали по разным там историям, кто волки воспитали, то обезьяны воспитали там где-то в джунглях. Wurde von Wölfen im Dschungel oder von Affen erzogen. Он не умел ходить на своих двоих, ходил на четверых. Er konnte nicht mit zwei Beinen laufen, sondern не умел разговаривать, выл. Er konnte nicht sprechen. Прыгал по деревьям. Er ist vom Baum zu Baum gesprungen. И потом он попал в человеческое общество. Und danach kam er in eine menschliche Gesellschaft. Но из-за того, что он поменялся, попал в человеческое общество, это не изменило его сути. Aber nur weil er in einer menschlichen Gesellschaft он все war, еще, war er nicht plötzlich, он все еще выл, он там еще чесал себя лапой. Weil er nicht plötzlich ein richtiger Mensch. Er hat trotzdem sich so verhalten, wie er wie davor. Так, как всегда себя вел. Er hat sich so verhalten, wie er es gewohnt ist. Со мной? Kannst du mir folgen? Знаешь, дьявол пытается убедить тебя, что ты Маугли. Und der Teufel möchte dir weismachen, dass du Mowgli bist. Бог говорит, что ты человек, тебе принадлежат разум, интеллект, творчество. Und Gott sagt, du bist ein Mensch, du hast Verstand, du hast Kreativität. А дьявол говорит, ну ты воспитался в мире, вот так ты чесался, вот так ты делал, вот так ты всегда будешь делать. Aber der Teufel sagt, ja, du bist in so einer Welt groß geworden, du hast du warst einem Affen gleich und so wirst du auch immer bleiben. Когда мы говорим о благословении. Und wenn wir vom Segen sprechen. Бог благословил нас. Gott hat uns gesegnet, чтобы мы были благословением для других. Damit wir ein Segen für andere sind. К сожалению. Und leider. Я помню, как я сам выходил из этого менталитета. Ich kann mich erinnern, wie ich selber aus diesem Verständnis rausgegangen bin. Многие верующие, и в моей жизни был момент, когда я, будучи верующим, жил с менталитетом потребителя. Und auch ich hatte in meinem Leben als Christ das Verständnis von einem Konsumenten. Мне все должны. Jeder muss mir etwas geben. Особенно когда я переехал сюда. Vor allem als ich nach Deutschland gekommen bin. Я знал, что мне все должны. Wusste ich, dass alle mir etwas geben müssen. Я быстро научился ставить антраги. Ich habe gelernt, wie man richtig Anträge stellt. И ты был глуп, если ты не знал, какой антраг можно еще подставить, чтобы на что еще получить деньги. Und du warst total galtest als total blöd, wenn du nicht wüsstest, welchen Antrag du noch stellen вы kannst. Вы не со мной, вы не знаете о чем? Ihr wisst nicht, wovon ich spreche. Не понимаете. Versteht ihr das nicht? Или вы со мной? Oder könnt ihr mir folgen? И ты думал, где бы еще б тебе дали бы? Und du hast gedacht, ach, wo kann ich da noch ein bisschen was abzapfen? Может быть, я чего-то не знаю. Может, в городе есть еще какой-то там Каритас или Красный Крест или Vielleicht что-нибудь weiß еще, ich где можно nicht, пойти und es gibt irgendwo взять. Eine Hilfsorganisation und von da kann man noch etwas nehmen. Менталитет потребителя. Und das ist die Mentalität von einem Konsumenten. Где бы мне дали еще? Wo könnte ich noch etwas bekommen? Менталитет бедного человека. Das ist die Mentalität von вот einem я, armen про Menschen. Меня забыли. Hier bin ich, man hat mich vergessen. И знаете, это процесс, когда ты меняешься. Und das ist die Veränderung, das ist ein Prozess. Процесс. Когда ты перестаешь быть потребителем и переходишь в стадию даятеля. Wenn du aufhörst, ein Konsument zu sein und anfängst zu geben. Я здесь, чтобы благословлять. Ich bin hier, um zu segnen. Я здесь, чтобы позаботиться. Ich bin hier, um mich darum zu kümmern. И даже если у меня ничего нету, auch wenn ich nichts habe, Бог хочет, чтобы я делал добрые дела. Möchte Gott, dass ich gute Taten vollbringe. Однажды была история, у меня мало времени сегодня. Ich habe wenig Zeit heute. Был момент, когда Иисус был со своими учениками, проповедовали Евангелие. Aber es gab in der Bibel eine Zeit, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Толпа людей собралась. Eine Menschenmenge hat sich um ihn versammelt. Я не знаю, ты можешь себе представить эту толпу? Там было 5000 только мужчин. Ich weiß nicht, ob du es dir vorstellen kannst. Es gab dort 5000 Männer. Plus женщины. Und noch eine Menge Frauen. У некоторых мужчин была не одна жена. Это так просто. Viele Männer hatten nicht nur eine Frau. Еще были дети. Es gab auch noch Kinder. У некоторых был не один ребенок.
Und nicht jeder hatte nur ein Kind. Там только 5000 мужчин было. Es waren 5000 Männer. Ну, давайте скажем, там 10000 человек. Aber я очень скромно скажу. Es waren 10.000 Menschen da. Ты был на стадионе, когда 10000 человек? Warst du schon mal in einem Stadion? O2 Arena сегодня, Mercedes-Benz Arena, 10000 человек. Zum Beispiel, da passen 10.000 Leute rein. Я не знаю, как они там без микрофонов справлялись, и без Ordnungsdienste и всех остальных. Ich weiß nicht, wie sie damals ohne einen Ordnungsdienst oder ohne Приходят ученики к Иисусу, говорят: Иисус, их бы надо домой отпустить, пора бы покормить. Und die Jünger kommen zu Jesus и купят себе что-то. Und sagen: du Jesus, eigentlich müssten wir sie schon wegschicken. Помните, как Иисус ответил? Und Jesus hat geantwortet. Знаете, как он ответил? Wisst ihr noch, wie er geantwortet hat? Вы дайте им есть. Gibt ihnen zu essen. Вы дайте им есть. Gibt ihnen zu essen. И у Петра, наверное, закипели все. Und Petrus hatte bestimmt schon Dampf aus den Ohren. Представь, ты приходишь на O2-арену, и тебе, тебе надо сегодня вечером покормить их всех. Du, bist damit beschäftigt, 10.000 ты достал Leute, свой портмоне, посмотрел, там 70 евро. Versorgen. Du hast in dein Portemonnaie geschaut, du hast 70 Euro. И ты говоришь: Бог. Und du sagst: Gott. Что такое? Что за шутка? Es tut mir leid. Нет, я не так сказал, ну ладно. И Бог говорит: дайте им. Und Gott sagt: Gebt ihnen. Интересно, что Петр сказал: у нас тут мальчик есть, мальчик, иди сюда. Иди, мальчик. Lustig, dass Petrus gesagt hat, hier wir haben einen Jungen, er hat fünf Brote und zwei Fische, das ist alles, was wir haben. Und Gott hat gesagt, okay, bringt es her. Und wisst ihr noch, was er gemacht hat? Er hat es genommen, das, was da war. Er hat es vor Gott gebracht. Er hat gebetet. Gesegnet. Und gebrochen. Und es verteilt. Написано, они накормили всех. Und es steht geschrieben, jeder wurde satt. И в конце еще осталось чуть-чуть, правда? Und am Ende blieb noch etwas. Еще 12 коробов осталось. Es blieben noch 12 Körbe. Того, что не съели. Von dem, was nicht gegessen wurde. Почему 12? Потому что 12 апостолов больше некому было собирать. Warum 12? Es waren nur 12 Apostel. Наверное, там больше еще осталось. Es gab niemanden mehr, der die Körbe. Я не знаю, в какой момент происходило чудо. Ich weiß nicht, in welchem Moment dieses Wunder geschehen ist. Но быстрее всего в руках у апостолов. Я так думаю. Aber ich denke, es ist in den Händen von dem Apostel geschehen. Он проходил по ряду, отламывал, давал. Er ist vorbeigegangen, hat abgebrochen, hat gegeben. Он отламывал, давал, er hat abgebrochen, и у него опять было. Gegeben, und er hatte immer noch etwas. Я не знаю, там не написано, в какой момент происходило само чудо, но оно произошло. Dort steht es nicht geschrieben, wie, wann das Wunder vollbracht wurde. Очень часто Бог приходит к людям, у которых нету ничего. Kommt Gott zu den Menschen, die nichts haben. И говорит: давай. Und sagt: gib. Я благословляю тебя, и ты благословляй других. Ich segne dich, und du sollst ein Segen für andere sein. И часто мы думаем: ну вот когда у меня будет, und oft denken wir, ach, wenn ich mal was вот hab, тогда я смогу, wenn ich das dann mal hab, wenn ich вот mal тогда kann, я начну быть благословением. Dann werde ich anfangen, ein Segen zu sein. Забудь. Vergiss es. То, что есть у тебя, das, was du jetzt hast, твои пять рыбок, deine fünf и твои, fische, ой, пять хлебов и две рыбки, достаточно. Brot und zwei fische, das ist genug. Когда Бог послал своего пророка к этой вдове в Сарепту, und als Gott die Witwe послал пророка в город Сарепту, в вдове, которая там жила. Als Gott den Propheten zu der Witwe gesandt hat. Он, я думаю, что в том городе были богатые люди, у которых было достаточно еды. Und ich bin davon überzeugt, dass es in der Stadt reiche Leute gab, die den Propheten versorgen konnten. Он привел ее к вдове. Und der Prophet ist aber zu der Witwe gekommen. Эта вдова собирала дрова, чтобы приготовить последние лепешки из последней муки и елея. Und die Witwe hat die das letzte Holz gesammelt, um aus dem letzten Teig etwas zu essen zu machen. И пророк сказал: так говорит Господь, дай мне. Und der Prophet hat gesprochen, so spricht der Herr, gib mir. Она говорит: у меня нет ничего. Und sie sagt, ich habe nichts. Все, что там у меня на дне осталось, я сейчас выскребу, спеку блинчики, оладушки. Alles, was ich noch мы с сыном покушаем и помрем. Все, нет у нас ничего. Essen, и Бог говорит, и пророк говорит: так говорит Господь, у тебя не закончится ничего, пока, вот, пока, пока будет голод. Und der Prophet hat gesprochen, so spricht der Herr, nichts она поверила zu Ende gehen. Und sie hat daran geglaubt, и отдала ему последнее. Und sie hat das letzte gegeben. И Бог благословил. Und Gott hat sie gesegnet. Бог испытывает нас. Gott prüft uns. Но знаешь, что ожидает? Aber weißt du, was er erwartet? Чтобы то, что у нас есть, dass das, was wir haben, мы начали это вкладывать, делая добрые дела. Dass wir mit dem, was wir haben, investieren. Господи, а что у меня есть? Gott, was hab ich denn? Как я могу быть благословением?
Wie kann ich denn ein Segen sein? Даже удивишься, как много у тебя есть и каким сильным ты благословением можешь быть для людей. Du wirst erschrocken sein, wenn du erstmal herausfindest, wie was für ein großer Segen du sein kannst. Очень важно, чтобы дьявол тебя не убедил, что ты есть Маугли. Es ist wichtig, dass der Teufel dich nicht davon überzeugt, dass du Маугли bist, dass du ein Verlierer bist. Что ты где бы мне получить лучше? Dass du so ein Konsumentenverhalten hast. На этой неделе надо задуматься, где бы еще поставить какую-то заявку, получить помощь. Wo kann ich noch einen Antrag stellen, um Hilfe zu bekommen? А кто будет думать, кому бы мне помочь на этой неделе? Und wer wird denken, wem soll ich helfen diese Woche? Можешь себе представить, чтобы каждый верующий думал и мечтал о том, кому я могу послужить и для кого я могу стать благословением на этой неделе? Kannst du dir vorstellen, dass jeder Gläubige sich einen Menschen nimmt und sich fragt, wie kann ich Представь себе, как изменился бы наше общество и наше окружение, если бы мы думали каждый, как бы мне послужить другому. Was glaubst du, wie sehr sich unsere Gesellschaft verändern würde, wenn wir daran изменило бы это что-то или нет? Как вы думаете? Wie kann ich einem anderen Menschen helfen? Да или нет? Würde sich denn etwas verändern? Ja вы знаете, nein? Извините, в церквях меньше 10% людей, которые думают образом отдать. Но другие 90 приходят сюда и не сюда вообще в церковь с пониманием «мне должны здесь». Und in der Gemeinde gibt es auch diese Statistik, dass nur 20% der Menschen daran denken, wie kann ich ein Segen für andere sein, und die anderen 80 denken nur, wie kann ich was bekommen. И мы читаем Библию, не веря тому, что написано там. Und wir lesen die Bibel und wir glauben nicht daran, was drinsteht. Драгоценные, что же нам делать? Was sollen wir denn tun, meine Kostbaren? Что делать? Was sollen wir tun? Бог благословляет нас, чтобы мы были благословением. Gott segnet uns, damit wir ein Segen sind. Первое. Предоставь Erstens, Богу себя в распоряжение. Du musst Gott erlauben, будь как добрый самарянин. Sei wie ein barmherziger Samariter. Мы говорили с тобой об этом две недели назад. Vor zwei Wochen haben wir schon darüber gesprochen. Когда ты будешь идти по дороге, увидишь человека в нужде, не проходи мимо. Wenn du die Straße entlang läufst und einen Menschen siehst, der Hilfe braucht, der in Not ist, dann geh nicht einfach vorbei. Научи свое сердце реагировать на нужды людей. Lerne, dass dein Herz auf die Not von anderen reagiert. Второе. Und zweitens. Этому тоже нужно научиться. Das muss man auch lernen. То, о чем говорил Лаурис. Das ist das, wovon Laurus gesprochen hat. Мы как христиане. Wir als Christen. Обязаны научиться отдавать Богу Божие. Sind verpflichtet, Gott Gottes zu geben. Кесарю кесарево. Und dem Kaiser das, was dem Kaiser gehört. Богу Божие. Gott, was Gott gehört. Кесарю кесарево. Und dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Знаете, у некоторых христиан с кесаревым как-то полегче. Und einige Christen haben es mit dem Kaiser irgendwie ein bisschen einfacher. Не видел, что возмущались христиане. Ой, такие налоги в Германии. Ich habe noch nie gehört, dass Christen gesagt haben, ach, wir haben hier so große Steuern, so hohe Steuern, ich werde das nicht bezahlen. Попробуй не заплатить. Versuch mal nicht zu bezahlen. Попробуй. Versuch's mal. Скажи, не буду. Sag einfach, nee, ich habe keine Lust. Только потому, что есть боязнь перед людьми, поэтому ты делаешь. Nur weil du Angst hast, zahlst du. Научись отдавать Богу Божию вот 100%, как Он ожидает от тебя. Gott das zu geben, was ihm gehört. И не потому, что Он тебя благословит. Und nicht, weil er dich segnet. И не потому, что Он даст тебе 30, 60 или во 100 крат. Und nicht, weil er es dir hundertfach zurückgibt. А потому, что это Божие у тебя. Sondern weil es ihm gehört. Потому, что это Божие у тебя. Weil es nicht deins ist. Потому, что 10% достатка, который ты имеешь, это Божие, Он дал тебе. Weil die 10% Überfluss, die du hast, das hat er dir gegeben. И посмотреть, как ты вернешь ему или нет. Und schau, ob du es ihm zurückgeben kannst. Знаешь, это все равно, что я дал кому-то из вас ключи от моей машины и сказал, можете покататься на ней. Das ist genauso, wie wenn и потом, пожалуйста, верни ее мне. Meine Autoschlüssel gebe und sage, du kannst mit dem Auto fahren und danach möchte ich es wieder haben. И ты скажешь, классная машина, буду кататься. Und du sagst, es ist so ein tolles Auto, ich behalte es. И ты не собираешься мне ее отдавать. Und du hast gar nicht vor, es mir zurückzugeben. И ты говоришь, мне нравится эта машина. Und du sagst, mir gefällt Он das отдал Auto. Мне ключи, er буду пользоваться gegeben, ей. Er hat mir die Schlüssel gegeben, ich werde es gebrauchen. А я прихожу и говорю, дай, пожалуйста, мне мою машину. Und ich komme und ich sage, gib а mir bitte mein Auto вид, zurück. Как будто меня нету. Und du tust so, als ob du mich nicht hörst. И ты говоришь, ну... Und du denkst, ach, naja. Нет, нет. Nein, so ist es nicht. То, что Бог дает нам, das, was Gott в том, uns что gibt, мы имеем, in dem, was wir haben, и то, что мы называем все своим, und das, was wir als unseres bezeichnen, там 10% Бог называет своим. Und 10% dessen gehören Gott. Это, знаешь, это не 5 евро, не 2 евро. Das sind nicht 5 Euro, nicht 2 Euro. Это если я получаю 100 евро, 1 евро, 10 евро его. Wenn ich 100 Euro bekomme, gehören 10 Euro ihm. Если я получаю 500 евро, 50 евро его. 500 Euro bekomme, sind 50 Euro von ihm. Если я получаю 1000 евро, 100 евро его. Wenn ich 1000 Euro bekomme, sind
100 евро sein. Если я получаю 2000 евро, и я отдаю ему 50, это значит, что я 150 украл. Wenn ich 2000 Euro bekomme und ihm nur 50 gebe, dann heißt es, dass ich 150 unterschlagen habe. Одно из вещей, когда мы делаем правильные, добрые дела, мы учимся отдавать Богу Божие. Und wir müssen lernen, Кесарю, Кесарево. Gott das zu geben, was ihm gehört. Мы меняем свое мышление. Das, was dem Kaiser gehört. Wir müssen unser Verständnis ändern. Мы позволяем Божьему Слову изменить нас. Das Wort Gottes muss uns verändern. Третья вещь. Die dritte Sache. Ищи возможность помочь. Suche die Möglichkeit zu helfen. Послужить. Zu dienen. И быть первым, куда меня пошлют. Und bereitwillig zu sein. Я люблю этот фильм, старый русский, «Операция И». Помните там эту историю? Film. Кто там туда? Кто на такой-то завод? Кто на такой-то карьер? Я. Помните? Dort wird gefragt, dort werden Aufgaben verteilt und es gibt immer jemanden, der sich für alle Aufgaben meldet. К сожалению, есть люди, und leider gibt es Menschen, когда нуждаются в помощи, die Hilfe brauchen. Когда люди другие нуждаются в помощи. Es gibt Menschen, die sich so verhalten, wenn andere Menschen Hilfe brauchen. Люди ведут себя так, лучше пусть кто-нибудь другой, лишь бы только ко мне не подошел. Sie denken dann, ach, Hauptsache nicht ich, они молятся, soll doch Боже, jemand anderes пусть ко мне не подойдут. Sie beten Gott, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Доминует меня чаша сия. Lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Боже, пусть им поможет кто-нибудь другой, но только не я. Jemand anderes soll ihnen helfen. Hauptsache nicht ich. К сожалению. Leider ist es so. Если ты, вдруг ты найдешь, что твое сердце такое, что ты не хотел бы помогать людям. Und wenn du das in deinem Herzen findest, dass du eigentlich пусть nicht тебя никто gerne не попросит. Und, möge dich auch niemand darum bitten. Начни работать своим сердцем пред Богом. Dann fange an, mit Gott an deinem Herzen zu arbeiten. Я нахожу, что мое сердце, оно жадное, эгоистичное, закрытое. Und sag, Gott, du siehst, mein Herz, es ist egoistisch, es ist измени verschlossen. Измени мое сердце. Verändere mein Herz. Научи меня помогать людям и замечать их нужды. Lehre mich, den Menschen zu helfen und и просто ищи возможность помочь. Und such einfach die Gelegenheit пусть у тебя приходит радость от того, что ты помог кому-то, отдал, потерял, расточил. Denn die Freude soll dein Herz erfüllen, wenn du den Menschen hilfst, wenn du was weggibst, was dir gehört, was den anderen Menschen Freude bringt und wenn du nichts zurückbekommst. Es ist so still. Последнее хочу посоветовать тебе. Und mein letzter Rat an будь dich. Внимательным. Sei aufmerksam. Потому что Дух Святой говорит тебе внутри. Weil der Heilige Geist zu dir spricht. Я верю, что если мы дети Божьи, ich glaube daran, dass wenn wir Kinder Gottes sind, то в наших сердцах живет Дух Святой. Аминь. Dann lebt in unseren Herzen der Heilige Geist. И если в наших сердцах живет Дух Святой, он будет побуждать нас делать правильные вещи. Und wenn in unseren Herzen der Heilige Geist wohnt, dann wird er uns dazu bewegen, die richtigen Dinge zu vollbringen. Будет подталкивать и помочь кому-то. Er wird uns sagen, hilf dem Menschen. И я знаю по себе, что когда будет Бог толкать тебе помогать кому-то, у тебя будет внутри борьба. Und du wirst innerlich einen Kampf haben. Я помню, я приехал в Белоруссию, ich был в одной церкви erinnert, на служении. Давно это было. In einer Gemeinde, das war schon länger her. И выходит проповедник проповедовать. Und, der Prediger и в той в церкви, где я слушал проповедь, он был гостем. Und war, in der Gemeinde, wo ich war, war auch zu Gast. Я слушал его проповедь, и внутри меня голос: «Благослови его». Und ich habe innerlich in meinem Herzen die Stimme gehört, segne ihn. Хорошая сумма денег. Mit einer guten Summe Geld. И эта сумма для меня на то время была очень большой. Und diese Summe war für mich zu der Zeit einfach unglaublich groß. Как вы думаете, я обрадовался этому побуждению? Glaubt ihr, ich habe mich gefreut? Я помню, как Карл Густав рассказывал, как Бог побудил пожертвовать его машину. Помните? Ich kann mich erinnern, wie Karl Gustav erzählt hat, wie Gott ihn dazu bewegen wollte, sein Auto zu spenden. Он приехал в церковь, только купили машину. Говорит, я мечтал о ней долго, мы купили машину. Hat so lange von einem Auto geträumt, hat's gekauft. Приехали в церковь. Sie sind in eine Gemeinde gefahren. Я чувствую побуждение, Бог говорит, подари эту машину пастору этой церкви. Und bei dem Gottesdienst hat er so hat er Gottes Stimme говорит, gehört. Отойди от меня, сатана. Бог такого от меня не может пожелать. Das Auto dem Pastor von der Gemeinde und Karl Gustav hat dann gesagt, ты же знаешь, Боже, как я хотел Satan, эту машину. Du weißt doch, wie sehr ich das Auto вот так haben wollte. Я чувствовал сам себя. Und so habe ich mich auch gefühlt. Я начал бороться. Ich habe angefangen zu kämpfen. Я думаю, как бы ему не дать? Ich habe gedacht, ach, wie soll ich ihm das denn lieber я подошел к людям после служения, спрашиваю, этому пастору кто-то платит зарплату? Я говорю, да, он получает зарплату. Ich bin dann zu den Menschen nach dem Gottesdienst gegangen und habe gefragt, bekommt denn der Pastor sein Gehalt? Я говорю, у него какие-то есть спонсоры там, кто-то поддерживает их церковь, спонсоры есть? Говорят, да, шведы помогают эту церковь, поддерживают финансово. Gesagt, ja, die Schweden helfen uns finanziell. Поддерживает финансово. Und ich habe gesagt, ach, siehst du, Gott, hat doch genügend.
Я искал возможности, чтобы не дать. Ich habe Möglichkeiten gesucht, nicht zu geben. И знаешь, я становился хуже и хуже и хуже. Und es wird immer schlimmer und schlimmer. Я внутри себя чувствовал плохо. Und innerlich habe ich mich schlecht gefühlt. И потом мне пришлось победить свою плоть. Und dann musste ich mein Fleisch besiegen. Залезть в свой кошелек. Mein Portemonnaie вытащить rausholen. Вытащить эти деньги. Das Geld rausnehmen. Прийти и благословить его. Und ihn zu segnen. Смешанные чувства, два чувства. Das sind gemischte Gefühle. С одной стороны печаль такая. Einerseits die Traurigkeit радость. Und andererseits diese große Freude. Я не знаю, испытывал ли ты когда-то радость, когда ты помогаешь, благословляешь, служишь, Ich weiß nicht, ob du das schon mal empfunden hast, diese große Freude, wenn du hilfst, wenn du dienst, aber nichts zurückbekommst. По-моему, у Якова есть такое место. Und in Jakobus. Если ты разумеешь делать добро и не делаешь. Es steht geschrieben, wenn du fähig bist, Gutes zu tun, es aber nicht tust. Знаешь что? Weißt du, was dann passiert? Знаешь предложение этого места? Kennst du die Fortsetzung? Грех тебе. Dann begehst du Sünde. Оказывается, грех не только, когда ты делаешь грех. Es ist nicht nur Sünde zu tun. Оказывается, грех бывает от того, что ты не делаешь добро. Sondern auch wenn du nicht Gutes tust, obwohl du es kannst, das ist auch Sünde. У Ефесян написано, что Бог создал нас, чтобы мы делали добрые дела. Im Epheserbrief steht geschrieben, dass Gott uns geschaffen hat, damit wir gute Taten vollbringen. А у некоторых менталитет, это мне должны делать добрые дела. Manche haben aber das Verständnis, mir muss was Gutes getan werden. Дух сиротства, дух. So ein Geist des Потребителя. Weisen, des Konsumentenverhaltens. Может, помоги нам. Gott, hilf uns. Увидеть себя. Uns selbst zu sehen. В другом виде. In einem anderen Bild. Я сотворен Богом. Ich bin von Gott geschaffen. Для того, чтобы быть благословением для других. Um ein Segen für andere zu sein. Как только ты начнешь на себя смотреть так. Und ab dem Moment, wo du anfängst, dich so zu betrachten. Dann откроется множество возможностей. Dann werden viele Möglichkeiten für dich geöffnet werden. Как только ты начнешь смотреть на себя как на благословение для людей. Wenn du dich selbst als Segen für andere Menschen empfindest. Ты вдруг увидишь множество ресурсов, dann как ты можешь послужить и отдать и благословить. Mit denen du dienen kannst, die du abgeben kannst. Как только ты начнешь смотреть на себя как на Божьего посланника в жизнь людей. Wenn du dich selbst als Gottes Gesandten betrachtest. Может, ты думаешь, а что у меня есть? Vielleicht denkst du, ach, was habe ich denn? Не речь не всегда о деньгах. Es geht nicht immer ums Geld. Иногда деньги самое последнее, что людям нужно. Manchmal ist das Geld das Letzte, was Menschen brauchen. Твое время. Deine Zeit. Твое сердце. Dein Herz. Твоя любовь. Deine Liebe. Твоя молитва. Dein Gebet. Твоя забота. Deine Fürsorge. Твои способности. Deine Fähigkeiten. Твои дары. Deine Talente. Который Бог дал тебе. Die Gott dir gegeben hat. Когда ты просто начинаешь их отдавать. Wenn du einfach anfängst, es, реализуй abzugeben. Себя для людей, для Бога, Realisier для Царства dich für Gott, für die Menschen, für sein Reich. Посей себя. Sehe dich selbst. Умри для себя и живи Stirb для других für dich людей. Und lebe für andere Menschen. Это самое сильное послание. Das ist, die stärkste Botschaft. Если однажды это сможет произойти в твоем сердце. Wenn es einmal in deinem Herzen passiert. Пройдет 10, 15, 20, 30, 50 лет. Wir gehen 10, 15 oder 50 Jahre. И мы с тобой вновь встретимся в небе. Und wir treffen uns im Himmel. И ты туда придешь не с пустыми руками. Und du kommst nicht mit leeren Händen dorthin. Скажешь спасибо Господу и Духу Святому. Du sagst, Gott sei Dank und, что ты изменил danke, мое, Heiliger Geist, dass du мое понимание. Mein Verständnis verändert hast. Я разговаривал когда-то с одним мужчиной. Ich habe mich mal mit einem Mann unterhalten. Когда-то они были в церкви, служили Богу. Sie waren mal in der Gemeinde und haben Gott gedient. Und dann haben sie Enttäuschungen erlebt und sind gegangen. И около 10 лет они не были в церкви. Und ungefähr 10 Jahre lang waren sie nicht in der Gemeinde. Говорит, ты знаешь, я в это время хорошо зарабатывал деньги. Und er hat mir gesagt, weißt du, in der Zeit habe ich richtig gutes Geld verdient. Но у меня нету ничего сегодня. Aber heute habe ich nichts. Я просто прожил 10 лет впустую. Ich habe einfach diese 10 Jahre ins Leere hineingelebt. Я ни десятину не давал, ни жертвовал, ни служил, ich ничего. Ich habe nicht geopfert, ich habe den Zehnten Но от того, gegeben. Что я зарабатывал и имел, это мне не принесло ни счастья, ни радости, и не имею, все ушло куда-то. Aber von dem ganzen Geld, was ich verdient habe, es hat mir keine Freude gebracht. Das Бог ist восстановил его. Geflossen. Поднял Gott hat его. Ihn wiederhergestellt, er hat ihn erhoben. И сегодня он служит Господу. Und heute dient er Gott. Наше решение. Unsere Entscheidung. То, как мы смотрим на себя. Ist, wie wir uns selbst betrachten. Я Божий сын. Ich bin Gottes Sohn. Я человек, которого благословил Бог. Oder Gottes Tochter und ich bin der, den Gott gesegnet Кроме hat. Моих даров, на мне есть помазание от Бога. Außer meinen Talenten und Fähigkeiten habe ich noch die Salbung von Gott.
И когда я буду служить и помогать кому-то, не просто я буду служить, Бог будет служить Und wenn ich jemandem diene oder helfe, dann wird Gott durch mich helfen oder dienen. Смотри на себя таким образом, я Божье творение, я новый человек. Vergiss nicht, dass du ein neuer Mensch bist in Gott. Куда ты придешь, через тебя придет Бог. Dort, wo du hingehst, dort wird auch Gott kommen. Когда ты будешь сеять семя, Бог будет поливать и взращивать. Из того, что маленького доброго ты делаешь, Бог сделает много. Wenn du eine Saat siehst, dann kommt Gott und gießt diese Saat. Боже, дай нам такое сердце. Gott, gib uns solch ein Herz. Знаешь, мы часто хотим быть благословенными. Und oft möchten wir gesegnet sein. И так редко мы думаем, чтобы быть благословением для людей. Und so selten denken wir daran, ein Segen für andere zu sein. Давай мы встанем Lass uns aufstehen fürs Gebet. Господь, я благодарен Тебе. Gott, ich danke dir. Что в моей жизни были люди. Dass ich in meinem Leben Menschen hatte, которые были для меня огромным благословением, die ein großer Segen für mich waren, которые предоставили себя тебе в распоряжение, die sich dir hingegeben haben, и когда-то служили мне, und mir dadurch gedient haben, помогали мне, mir geholfen haben, несли меня, заботились, mich getragen haben, вкладывались, investiert haben, и поддерживали, und mich unterstützt haben. Спасибо тебе. Danke dir. Поблагодари Бога за всех тех людей, которые были в твоей жизни. Danke Gott, die jetzt in Erinnerung kommen, которых ты заметил, или, может быть, не заметил, но они были от Бога для тебя. Die du bemerkt oder vielleicht auch nicht bemerkt hast, aber sie waren von Gott da. Sie waren da, um etwas zu sehen. Господь, и мы сегодня стоим. Und wir stehen heute hier. Здесь, чтобы просить тебя. Hier, damit wir dich bitten können. Сделай нас благословением. Lass uns ein Segen sein. Господь, сделай нас благословением. Lass uns ein Segen sein. Для твоей церкви. Für deine Gemeinde, для моих братьев и сестер, für meine Brüder und для людей, которые окружают меня, für die Menschen, die mich дай мне способности, umkreisen, желания и возможности gib mir die Möglichkeiten und den Willen, послужить, zu dienen, поддержать, zu unterstützen, утешить, zu trösten, вдохновить, zu ermutigen, вразумить, поднять. Zu erheben. Господь, мы нуждаемся. Gott, wir brauchen чтобы ты дал нам эти способности. Dass du uns diese Fähigkeiten gibst. Я молю тебя также, Господь. Und ich bitte dich auch, помоги нам видеть себя благословенными. Hilf uns selbst als Segen мы zu не неудачники. Wir sind keine Verlierer. Мы не хвост. Мы глава. Wir sind das Haupt und nicht der Schwanz. Мы не под ногами. Wir sind nicht unter den Füßen. Мы будем царствовать с тобой. Wir werden mit dir regieren. Потому что ты наша жизнь, ты наша глава, ты наша сила. Weil du unsere Kraft bist, du bist unser Leben. Господи, там, где мы делаем свои ошибки, und da, wo wir Fehler begehen, мы доверяем тебе, Иисус, vertrauen wir dir, Jesus, что ты будешь нас изменять, dass du uns veränderst, что ты будешь нас обличать, dass du uns überführst, что ты будешь нас направлять на твои пути, dass du uns auf deine Wege stellst. Я молю тебя. Ich bitte dich, пусть из тех людей, кто слушает сегодня твое слово здесь или по видео, dass von den Leuten, die heute dein Wort gehört будут haben, те люди, Menschen sind, которых жизнь ты изменишь, dessen Leben du veränderst, и они принесут плод для твоей славы, und die Frucht bringen, и они во имя твое будут делать добрые дела, und in deinem Namen werden sie они gute будут жертвовать, tun, und sie werden opfern, они будут умирать для себя, sie werden für sich selbst sterben, и пусть в этом прославляется твое святое имя, und in dem soll dein heiliger Name verherrlicht werden, im Namen Jesu Christi. Аминь.